Ну что, дорогие друзья, рада вас приветствовать снова на своем канале Любимого ТВ. Я природная ведущая, а вы находитесь на канале Любимого ТВ. Это таро-терапевтический, магический канал, волшебный канал. Рекомендуется приготовить себе что-нибудь. Типа чаек, кофеек, какао. Приятно устроиться у экранов ваших мониторов. И приступим сейчас с вами. Давайте посмотрим. Спросим, уточним, какое направление взять в просмотре в сегодняшнем. Вы и тот человек, конечно же. Есть ли будущее у отношений, да? Хочет ли он продолжение отношений? Есть ли будущее в отношениях? А вообще, конечно, те, кто на расстоянии, будет ли встреча, можно сделать бонусом. Ну, если не забуду, дорогие. Итак, есть ли будущее отношения? Что он там думает? И так далее. Смотрите. Сразу красиво себя показал. Очень красиво. Королева чаш. То есть вы для него женщина любимая. Во всяком случае, он испытывает некие чувства, эмоции к вам. Может быть, это не любовь-любовь у кого-то, но он способен различить женщину эмпатичную, способную к эмоциям и вызывающую эмоции, да? То есть такую нежную, печальную, заботливую, любящую, все равно умеющую любить. Он вас такой видит, и, возможно, он вас и все-таки обожает, он в вас влюблен. Красавец, да? Ну вот он показывает себя со всей своей вот удалью, как он к вам относится. Ну, зависшее положение, не знает, как быть, как подступиться, что делать. Влюбленные, вы видите, здесь есть речь о выборе, но выбор он не делает. И вот с такой печальной мордочкой потом. Всех пообижал, все на него обижаются. И, возможно, если у вас треугольник, то и та, и вы. И все печальные, а могли бы вот как красиво быть. Могли бы очень красивой парой быть. И есть пара, да? И тут же иерофант перевернутый, скорее всего. Здесь действительно все может быть. Но вот императрица, дорогие, у кого-то все-таки помеха. Это то, что человек не свободен, он женат, и есть жена. Элементарно, поэтому зависшее положение. И он, как бы он не видел вашу и влюбленность, и мог бы быть влюблен, видит вашу эмоциональность и все ваши великолепнейшие качества, интуицию, к тому же сильнейшую. И тем не менее, что-то ему мешало. А с другой стороны, иерофант перевернутый вышел, и императрица также. Здесь старший аркан из разряда обратного положения. То есть вполне может быть, что человек искушен, не такой уж он благопристойный и порядочный, да? И, скорее всего, он просто не хочет сейчас серьезных отношений, жениться и вот подвис. Ну и как бы он любит и может любить вас такой, какая вы есть. Даже не надо особых ваших ресурсов, но чтобы, в общем, ничего не обещать по поводу дальнейших серьезных планов. А мы же сейчас и хотим спросить, да, а есть ли в его головушке планы на дальнейшее? На что? Есть ли у тебя вообще какие-то планы на будущее с этой женщиной? Хотел, выкручивался, но все-таки есть. А что ты видишь? Какой хитрец. Какой хитрец, ты посмотри-ка. Интриган. Он будет мышиную возню устраивать, и ему конкуренция нужна. Человек, который бьется за место под солнцем, тем не менее, везунчик, счастливчик какой-то, знаете. Что бы ему хотелось, пока мы видим, что он какая-то вольная птичка, да? Он еще стремится к тому, чтобы себя как-то продвинуть в этой жизни, в социуме и прочее. И посмотрите, какой присел, да, за столиком, рыцарь пентакливый.
такой хороший дружок, приятный, да, может помочь словом, делом, может быть, даже. Ну вот как-то давай пока подружим. А что ты хочешь? Почему с тобой так вот дружить? Ах ты, и туз пентакливый перевернутый, и туз жезловый. Вы знаете, он даже опасается ощущения близости и чего-то обещать такого серьезного, плотного, боится, чтобы его не прикормили. Ну, все может быть, да, и может поддаться. Все-таки здесь, знаете, ощущение, что человек верен себе и все-таки пока дорожит своей свободой или же той жизнью, которая у него есть. Вот он, ветошью, посмотрите, прикинулся, посмотрите, вот этот хитрый взгляд, чуть-чуть испуганный. Ну, что это такое? Что это вообще за выходки? Хочешь жениться на мне, да? Хоп! Кто я? Как меня зовут? Да. А кто ты такая? Ничего не знаю. Сам я не местный. Да. Давайте так, сейчас спросим, какое будущее он вообще видит? Вот просто принципиально нам интересно. Сначала спросим, какое будущее он вообще видит в целом? Свое. Разгульное. Ну, не шибко, но тем не менее. Отдых, почивать на лаврах он хочет. От его дом уже он многое достиг. Всего-всего, как хотел. И дом у него, и не один, и дача, и машина. И еще где-то квартира. И все равно он в подвешенном состоянии, понимаете, что? И чтобы вот зависнуть, да, и ничего не делать. Какое будущее? Это семья, это то, где ему хорошо. И вообще вот его все, что его окружает, чтобы он был доволен и своей работой, и окружением, а еще если отдыхать побольше, то есть достичь какого-то такого блага, да, чтобы можно было уже как рентье жить на ренту или на какие-то дивиденды от вложенного, да, и просто вот так вот подвисать и ухмыляться. Что-то там, какие-то дальние-дальние неведомые изучать. Да, какие-то интересные предметы, алхимия, магия и прочее. Ну, в общем, вот такое вот, да, чтобы уже как бы не корпеть каждый день над чем-либо, либо на заводе не пахать, ну, или хоть где, где угодно, да. Вот, почивать на лаврах. А к вам, с вами будущее, какое у него? Что он видит там? Он говорит, ничего не знаю, здесь колесо судьбы. Как судьба, типа того, что повернет, да? Ой, а тут еще, смотрите, крушение планов. То есть он говорит, сейчас ничего. Девочки, три старших аркана. Ну что вот по поводу вас? Сами посмотрите, страхи, пристрахи. Прячется, уходит в себя, у него нет четкого плана. Он иногда себя-то понять не может, не то, что уж вы его там, да? И его крутит, и его переворачивает. И так, и сяк, посмотрите, как сложно. И планы по поводу вас меняются 100 раз на дню. В общем, здесь 7 пятниц на неделе. Старший аркан, он понимает, что вы важны для него. И, скорее всего, не будете долго ждать. Тем не менее, он уходит вот в себя, когда вернусь, не знаю точно. Очень много страхов и очень то, что не получится. И судьба-то, понимаете, как его выкручивает, прям в раскоряку. А он... То есть он сейчас ничего не может дать, понимаете, никаких дельных советов. Король кубковый перевернутый, ему проще сейчас за бокал схватиться, ну или за стакан, да. Не, ну пусть так, конечно, не будет, но он тут прям такой надменный, такой жесткий весь из себя изображен. Качается по волнам. И здесь действительно 7 пятниц на неделе. Он думает, да как же он простится-то со своей молодецкой жизнью, если даже у него, неважно, у него же там целый гарем может быть. А может быть, и он верен, как незнамо кто. Незнамо кто, да? Пока он дороги не видит открытыми, он как бы сам закрывает их, скорее всего. Ему нужно здесь еще что-то проработать, потому что само колесо судьбы. Лишь бы только вот с дружками вот в это вот во все тяжкие не свалился бы, знаете. Да, и... И чтоб из него все-таки друг был... Хороший, а не плохой, потому что он подвисает, может обещать, ничего не делать, и вот это вот туда-сюда. То есть, понимаете, как бы он не свалился
в негативную, в отработку негативной кармы своей. Какого-то урока негативного. Можешь ли ты выйти? Ох, как ему тяжело будет выходить. Слушайте, здесь очень у многих, не все, конечно. Смотрите, опять вот он не может сделать выбор. То есть он пока ничего не решает. А счастье же оно близко, а он не хочет. Он так, посмотрите, он долго думает, потом может уйти. Вообще это всех уйти. Ему вот он все это осточертеет, да, и он может вообще уйти от друзей, даже от вас на какое-то время. Ему нужно будет просто смыться. Причем он не бодренько шагает, а как-то на палочку опирается. Ну, то есть, наверное, доведет себя. До паники. А потом? Потом навстречу счастья. Смотрите, этот мужчина, девочки, это точно везунчик. Ну, точно везунчик. И пентаклики у него здесь, девяточка. И еще и желание он свои может стараться выполнить. Особенно, когда это касается некоего досуга, отдыха. Вот что у него хорошо получается, так это отдых. Отдыхать он любит, знает, умеет. Да, тут действительно человек, который может, знаете, быть рядом, а потом хоп, и как сдуло куда-то его. Причем он так поступает не только с вами, или может поступить. Если ему что-то непонятно, не нравится, он может пойти искать счастье. А вернется ли он? Очень тяжело, возврат у него очень тяжелый. Поэтому или не упускать, да, сразу, на коротком поводке, в общем-то. Либо расходиться вообще, да? Так, а что я там хотела бонусом сделать? Ну, вот, в общем, смотрите, пока мы видим, что он сильных каких-то серьезных решений не принимает, да? Пересмотрите, если кому-то что-то непонятно, давайте спросим еще, что вам делать. Будет ли встреча еще, да, спросим бонус. А что делать вам? Уж вы тут и кормите, и за ушком чешете, и принимаете его, когда он приходит, или если придет, накормите, напоите, примите. Но вам, посмотрите, здесь, скорее всего, нужно собой заняться, потому что у вас тоже здесь Луна в обратном значении. То есть это ваше... Вы не можете здесь реализоваться пока, да? Вы тоже уходите в страхи, в недоработки свои, в бичевания в какие-то себя. И здесь ваша задача, видите, что творится, ну, как-то красиво выйти, да, и слишком эмоционально не пострадать. В общем, знаете, вы сейчас два закрытых таких человека, получается, две загадочные персоны, которые уходят в себя и что-то там мутят, сами с собой разбираетесь, самобичеванием занимаетесь. Не приносит ведь это особых плодов, да? Ну-ка. Конечно. Двойственность, сомнение. Так и хочется взять и кого-нибудь, вот особенно вот этого, про кого вы спрашиваете, да? Взять и за усы подергать. Но нельзя. Ангел-хранитель, видите, тут говорит, будь аккуратна, осторожная, будь в балансе. Поблагодари вообще за все свои уроки и прочее. Будь вот такой лапочкой-душкой, да? И все у тебя будет хорошо. Точнее, уже все хорошо. Так, сейчас старший аркан достанем, король чаш. Все-таки думаете вы о нем. Что вам тут еще делать? Схожего много у вас. Девочки, императрица вошла. Все. Медитируем на императрицу. А это та дама, которой все блага приносят, дарят, любят. И у которой большой потенциал. Она этого достойна, потому что она очень многое из себя излучает и дает сил. И вообще-то это классный аркан. Очень хороший для женщины. Давайте спросим, будет ли встреча, кому это актуально и важно. Приготовились. Будет ли встреча? У кого они уже были? Может быть, вы там сейчас разбежались. Кто-то вообще не виделся. Можете разные ситуации задумывать себе здесь. Так, и еще потом плюс-минус спросим. Дополнительный. Так, первый.
будет для встречи. Здесь двойная ситуация. Сами посмотрите, что воля, что неволя. Непонятно. Пока двойственность. Но мы сейчас спросим на Таро наслаждение, плюс это или минус. Чего больше ожидать? Ух, тут маг. Здесь вообще должно что-то серьезное решиться или решается. Главное, чтобы вами не манипулировали, и вы тоже. Здесь все очень серьезно, здесь все правильно, по сути. И старший аркан. Если будет принято решение, оно будет. Для этого нужно, чтобы прошло время, пока еще непонятно. Но дальше здесь будет принимать решение, скорее всего, этот человек, о котором вы спрашиваете. Да. Второе. Будет ли встреча? Десяточка пентаклей, да, это, знаете, это какая-то плотная такая хорошая карта. По времени тоже, может быть, не очень это будет быстро. Но здесь, знаете, здесь ощущение, что прям сразу будет что-то серьезное. Плюс-минус. Опять маг. Я его убрала в колоду. Но тут вообще здесь все должно быть четко, ясно, понятно. Не быстро, но, значит, здесь идет подготовление, чтобы уже было как бы ни к чему не подкопаться. Ну вот так, здесь с серьезными намерениями второе. Кто вторые задал вопросы, вопросики. Может быть, вы все три хотите посмотреть. И третье, будет ли встреча? Ох, но здесь, девчонки, здесь и да, и нет. Здесь уже между вами связь, причем такая энергозатратная, психологически. Тут уже и зависимость, да. Неспокойная, нестабильная. Может быть, да, может быть, нет. Но вы уже слишком переживаете. И здесь страсти такие, вы знаете, все-таки здесь, да, здесь возможна встреча. То, что возможно, она, скорее всего, будет. И у вас идет здесь как урок, прохождение уроков. А если нет, все равно будет прохождение уроков. То есть воспримите это как урок. Ну что здесь? Здесь прям однозначно точно не скажешь. На месте топчется этот человек. Смотрите, здесь все-таки опасно, опасно. Я бы сказала даже, что здесь человек неверный, а у вас все-таки это будут уроки. Встретитесь или нет, в любом случае, это ваше взросление через эту ситуацию, через этого человека. Так, дорогие, я надеюсь, что вам было интересно, полезно. Вы с удовольствием подписались на мой канал, те, кто не подписаны. Написали комментарии, поставили лайки и, конечно же, нажали, дзынькнули в колокольчик, чтобы нам не теряться с вами. До новых встреч. Пока-пока.